Привет, дорогие друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Сегодня у нас будет новая серия по игре Ravenfield. А именно, мы сегодня вместе с вами рассмотрим пользовательские карты. Это карты, которые создают сами игроки в этой игре. Пока что они не так уже легко доступны, но я думаю, что в будущем, когда сюда в игру ведут стимовскую мастерскую, их будет этих карт много, и скачивать их будет намного легче, чем сейчас. Но все же, я думаю, что мы в каждой серии будем рассматривать каждую карту по отдельности. Я уже закачал пару штучек здесь их. И сегодня мы рассмотрим самую последнюю, которую, скажем так, юзают все ютуберы. Это у нас карта с таким вот авианосцем, который летает в воздухе. Ну что ж, я буду на ней впервые и надеюсь, что здесь все будет the best. Потому что я ее вообще на ней не играл, чисто установил, посмотрел, да, она как-то открывается. И мы вместе с вами сейчас побегаем. Так, что у нас с оружием? Пусть будет гидра, пусть будет пистолет. И мы сейчас постараемся здесь захватывать флаги. Вражеский это наш. Мы появились где-то вообще в подвале. Где мы респанулись? Походу, пока я болтал, наша уже команда побежала захватывать. Парнишка держит, видите? Он держит здесь оборону. Сверху у нас идут какие-то замесы, какие-то перестрелки. А мы давайте тут посмотрим, куда вообще нужно идти. Так, что у нас по карте показано? Вот наша карта. Прикольно выглядит сбоку. То есть показано, где кто бегает. А где мы? А, мы внизу в подвале. Видите, в каком-то отсеке. Ну что ж, побежали. Мы вроде бы уже неплохо захватываем. Я уже слышу звук самолета. О, здесь тоже наш флаг. Тут, понимаете, в чем прикол? Боты могут выпрыгнуть красные с любой стороны. И неизвестно, откуда их ожидать, потому что карта новая, еще не привык к этому всему. Так, это тупик. Мы зашли в тупик, что ли? Ясненько, зато можно отсюда выпрыгнуть. Кто? Откуда стреляли? Слушайте. Какие-то взрывы. Ага. Ого! Нормально вышел. Думаю, сейчас выйду на улицу. Меня раз прибили. Ладно, давайте мы здесь повыше где-то респанемся. И постараемся появиться в другом месте. Вот, наши уже наверх побежали, бойцы. Давайте, пацаны, я за вами. У-у-у! Синие! Убили нашего. А, это оглушили его. Его оглушили. Так, выходим на улицу. Что происходит на улице? Ой! Мы можем упасть, походу. Куда мы идем? Вот еще какой-то подъем наверх. Чувак стоит здесь с оружием. Что у нас тут наверху? Что? О, аптечка. Хотя она мне не нужна. Вижу красный флаг, ребята. Пока что ни одного бота не убил, но в принципе красный флаг мы уже... О-о-о. Это окно. Окно наблюдения. То есть мы захватываем флаг. И можем посмотреть, как обстановка здесь выглядит на этой карте. Вот через окно. Очень удобно, но окно пуленепробиваемое. Я захватил, мне кажется, что сюда идут красные. О-о-о. А нету гранаты сюда. Блин, вот гранаты на этой карте, мне кажется, вообще хорошо бы смотрелись и игрались. Видели? Они хотели прийти захватить флаг. Нет, это наше место. Кто-то жарит. Подождите, меня кто-то все-таки достал сплэшем, что ли? Так, мы захватили. Что внизу тут происходит? Вот наш. Есть самолеты, аэродромы. О, красненький! Ты как сюда вообще прошел? Красавчик. Так, давайте мы тут... Точка наша, посмотрим, что по карте. Вот и где я нахожусь, в какой-то рубке, да, этого огромного... авианосца воздушного. Можно так его назвать. Вот мы идем, здесь есть подъем какой. А мы можем просто сигануть и прыгнуть. О, красные! Я в голову попал. Давайте с другой стороны постараемся обойти. А, тут у нас спуск идет. Ясненько, наверное, с другой стороны аналогично, да? Да, то есть оно более-менее симметрично здесь. О, пропеллер! Сразу возникает вопрос, что будет, если прыгнуть в пропеллер, да? Давайте посмотрим, что будет, ребятки. Вот, здесь можно ходить даже. Смотрите, мы идем по крылу. Здесь ходим, нормально все. Только вопрос такой, как мы отсюда выберемся. То есть только умирать. Огромный пропеллер. Вижу красных! Как они быстро двигаются. Бэм, грену. Грену шмальнул. Кто это?
Это самолет нас контузило. Давай, вставай, чувак, ползи. Ползи, прячься. Прыгнем, посмотрим, что будет. А ничего, мы можем ходить здесь. О, мы провалились. О, вот так вот выглядит этот самолет снизу. Мы упали в бездну. Мы на землю пойдем? Куда мы падаем? Ну, просто реально хотелось, ребята, попробовать, что будет, если прыгнуть сюда в лопасть. Ну, так куда мы падаем? В воду. Слушайте, мы вообще... Синие победили. Я понимаю, что синие победили. Ну, конечно, я помог синим победить. Вы видели, какой я был активный игрок в этом бою. Куда мы? Бах! А, об воду, наверное, разбился. Это вода. Руку сломала, смотрите. Мне кажется, что я спину чешу. Что это за поза? Вы посмотрите на него. А, то есть я плыву. Я плыву. Я плыву. Я нырнул. Ладно, по-моему, буковка К сам уничтожится, да? Да, вот она, ребята. Вот она, буковка К. И, походу, я под водой. Мне кто-то в комментариях писал, воблер, если ты умираешь, как бы нырнул под воду и умер, то у тебя вот такой вот синенький экран, типа ты под водой. Да, ребятки, я читаю ваши комменты. Ну что ж, начинаем, походу, вторая битва. Почему красные захватили все? Давай респанемся. Ай, надо было грены выбрать. Все-таки грена здесь была бы более-менее эффективна. Ну, давайте мы, в принципе, умрем сейчас быстренько. Бамс. И возьмем грены. Нам это, в принципе, не нужно. Давайте грену возьмем. А у нас еще один слот для еще одной грены. Пистолет. Все есть. Аптечка. Респанулись. Бух-бух. Кто-то шмаляет. Вот! Они пытаются прорваться. Давайте грену туда кинем сразу. Кидай грену. У-ху! Шмяк. Взорвал кого-то. О, здесь красный флаг. Захватываем. О, вы видели? Никого не было с красных. Откуда они вообще появились? Жестяк. Никого не было. Но мы уже снизу продвигаемся. То есть мы появляемся внизу самолета, как бы этого, да? Огромного. И пытаемся по чуть-чуть, метр за метром, отжать у красных точки. Ну давай, карта мне нравится. Слушайте, очень нравится эта карта. Ай, мы уже не контролируем сверху ничего. Ну ладно, давай внизу респанемся. И надеюсь, что мы добежим наверх. Вот, они прям здесь. У-ху! У-ху! Офигеть, прям сюда пришли, ребята, они здесь. Помогите, грена. Грена нужна, да нет, нет. Да ё-моё. Ксения, вы что творите? Вы чего сюда пропустили красных? А чего они на меня? Вы видели? Трое стоят сбоку, они прям на меня лезут. Мы так не договаривались. Я что, один против вас воевать буду? Вот это замес. Давайте грену кинем. Вау! Нет, пока что, мне кажется, грены кидать не нужно. Надо каким-то образом выдавить их просто снизу. Они пытаются наш флаг отжать, вы видите? Да идите отсюда, все, ребята, воблер начал воевать, смотрите. Давай, вставай, вставай, парнишка. Лежачего не бьют, они взяли и лежачего убили. Они жестко побеждают. То есть, получается, когда синяя команда побеждает, красные прям очень мощные становятся, они прям бегут. Да что это такое? Ё-моё, я вышел, сразу они грену кинули. Вообще жесть какая-то, ребята. Вот это жестяк. Так кто меня убил? Они что, сквозь стены простреливают? Да блин. Я не понимаю, что происходит. А, они внизу, где флаг, стояли. Я вышел, они, наверное, меня как-то убили. Все сразу грены кидают. Вы смотрите, как мы все обрисовали тут. Яркими красками. Художники, блин, Пикассо. Так. Я иду наверх. Я сейчас захвачу в рубку. Рубку капитанскую. И будем контролировать. Это красные вообще дерзкие. Все держат. Давайте сразу грену возьмем. Сейчас кинем грену. Так, на всякий случай. Сколько у нас? Еще одна грена осталась? Флаг, флаг, ты где? Давай, давай, если что, мы грену кидаем и в сторону отходим. Влево или вправо, посмотрим, куда мы там отойдем. У нас же... Нет, сюда, наверное, влево.
Кидаем Грену. Черт, оружие берем. Он тоже хотел Грену кинуть, их трое. Видели, он сразу убежал. Вот хитрожопый, он увидел, что я убиваю этих двоих, и он быстренько убежал за угол. Вот это хитрый бот. Быстро лежать, лежать, чувак, ты чего? Хитрый бот. Добили. Походу, я захватил флаг, и отсюда наши ребята сейчас будут появляться. Мы жестко всираем, так как на карте у нас 3 точки, а у них 4 точки. Ну ладно. Мне кажется, сюда сейчас красные будут бежать, чтобы отхватить ее. А как так сделать, чтобы и точку держать? А, у нас тут есть снайпер. Ой-ой-ой, что это было? И тут есть. Ребята, прикройте меня, я иду вниз. Тут меня еще не было. Впервые идем. Так, заряд. Зарядились мы тут, ХП восстановилось. Иду сюда. Еще самолеты эти летают. Вижу флаг, но тут, конечно, точка такая. Стоим в поле, ребята. Стоим в поле. А у меня джавелина нет. Нет, я же его на гранаты поменял. Не вижу. Кто по ком? Вот они респанулись! У-ху-ху! Нормально их расстрелял, слушайте. Синий флаг под нашим контролем. Мы проигрываем. У нас нормально точек-то. Чего мы проигрываем? Так, наши уже на самолетах. Как? А он, верно, выбежал и сразу гранату кинул. Так я же флаг захватил. Почему я не могу здесь респануться? Ладно. Наверху. Где капитанский мостик? Еще вроде бы наш. О, я внизу респанулся. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сразу Грену кинул под меня. Под меня кинул Грену. О-о-о! Беги, беги, беги вниз, беги сюда. О, куда я это упал, ребята? Я выжил, у меня 20%. Подождите, у меня аптечка где-то была. Аптечка. Ого, а что тут, флаг даже есть? Давай мы его захватим. А у меня где-то аптечка. Где она? Сейчас нащупаем. Грену кинул, вырубил. Вот! Черт! Ты откуда взялся? Держу флаг! Вообще, со всех сторон! Они могут подойти. Ты откуда появился, снайпер? Элитный снайпер красной команды. Врешь, не возьмешь нас. Так, виляем, виляем. Ничего не вижу. Надо будет, сейчас захвачу флаг, где-то спрятаться и восстановить здоровье. О, с выстрела погасил. Просто из-за бочки появился. Я не знаю, что это с ним такое. И сразу отжимает. Вот гады, да? О, самолет лежит. Чувак, ты так неплохо припарковался. Может, ты все-таки встал. А мы можем о пропеллер умереть? Нет, мы не можем. Нам голову не отрубают. А их тут два даже пропеллера. Один в одну сторону крутится, другой в другую. Походу. Тебе помочь? Давайте я помогу, дружище. А то ты как-то себя неловко чувствуешь. Бежим сюда. О, аптечка. Патроны. Я помог нашему, вы видите. Вот они респанулись. Вот где они респаунятся. Воу. Быстро заряжайся. Они что, друг друга взрывают? Ого! Откуда же вас сколько? Вы что, со всех сторон? Вы видели, что красные творят? Сколько точек респануться? Они все респанулись именно там, где мы находимся. Да, ребятки, с вами, конечно, шутки плохи. Сейчас я возьму самолет. Вы же, ребята, знаете, какой я четкий летчик. Летчик. Летчик-наводчик. Так, мы летим, это у нас воздух. Сейчас мы поворачиваемся. Так. Где мы находимся, пока что не знаю. О, это вражеский самолет? Чей это самолет? Мне кажется, это вражеский. Бомби его. Стреляй по нему точно, у него нос красный. О. Огонь. Зарядка идет. Куда он полетел? Его подбили. Ладно. Тут, конечно, не совсем понятно, где у нас вода. Ну, где небо, я вижу, да, где небо. То есть горизонт не сильно чувствуется. Но все же. Давай мы как-то постараемся вырулить.
Вот авианосец. Я четкий. Короче, надо приземляться, ребята. Надо приземляться. Я лечу к вам! Ой, 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 промазал. В воздухе умираем, в воздухе. Бух, на шарики нас разнесло. На молекулы и атомы. Снова враги у нас все отжали. Снова они отобрали у нас верх. 1000 против 1500. Наши ребята просто отсюда вылезти не могут. Вы посмотрите, какие красивые картины. Воу. Ё-моё, как ты так? Бомс, бомс. Вообще жесткие бои идут. Но если захватить, мне кажется, низ, они сейчас это отожмут. Он просто идет и с гранатометом рубит. Ему по барабану, кого он убьет? Своих, чужих. Он просто отжимает. Если мы сейчас потеряем флаг, то наши не смогут даже респауниться. Так. Идем. Лови грену. Я не знаю, есть ты там. Ой! Я, по-моему, грену в потолок кинул. О! Ну, кинул грену. Нет, не взорвались. Надо помочь нашим. Просто отжать и все. То есть, в принципе, если там встать, то мы можем две точки сразу контролировать. Я могу один дефить несколько точек, ребята. Но для этого всего надо еще... О, вот это нас положили. Вот это танцы с бубном. Сколько нас тут вообще человек? Оглушили гранатой. Да что же это такое? Я встать не могу, вы посмотрите. Ладно, я пока за ящиком отдохну. Да ё-моё, вы посмотрите, что они просто нас долбят. Мы не можем встать. Ай, да иди ты уже куда-нибудь, человечек ты. Вы видели, сколько их там красных? Да ё-моё. Мне кажется, этот угол какой-то читерский, к нему нельзя подходить. Здесь очень жесточенные бои идут. Вы посмотрите, сколько их здесь. Они гранаты кидают и кидают. Фух, вырубили. Вырубили. Хорошо. Что тут у них? Они сверху. А, они сверху. Вот откуда они идут. Они просто сверху толпой сунут и сунут. То есть внизу. Видите, сколько точек внизу? На верхнюю захватить она... Они просто сверху атакуют. Ладно. Давайте как-то по-другому сделаем. Может, сверху начать атаковать? Сейчас просто постараемся пробежать наверх. Бежим наверх. Вот у нас. Все в красках. О, ребятки! Да сколько же вас тут вообще будет? О! Не стреляй по мне, не стреляй, правильно, не стреляй. Попал, попал все-таки. Это кто долбанул? Греной кто-то. Убил. Все красное. Вы представляете, здесь такое все красное, что я даже не вижу, где противники. Нет, я теперь вижу, где. Он мне аптечку кинул. Противник говорит, на аптечку, ты какой-то чуть-чуть раненый. Хорошо, чувак, заберу аптечку, спасибо. А то, где моя аптечка, я даже не помню. Так, где она? Вот она. Так, флаг мы отжали. О, ребята, нечего. Это наше место. Бомс! Это была граната. Он меня не видит, я сзади был. Черт! Меня оглушили, а потом... А он, короче, меня убил. Мне аптечку кидает, говорит, типа, лови. Да, ребята, в принципе, я вам скажу, что карта интересная. Здесь можно реально поиграть и повеселиться. Но тяжело, как мы видим, выбраться. Тем более, что когда уже все тут перекрашено в разные цвета, здесь не совсем понятно, где наши, где враги. Давайте мы, наверное, этот флаг... Ну, он в поле. О, кто это меня? Самолетом, что ли, вырубили? А точка наверху все-таки держится. Да, которую мы взяли, она там наверху, он стоит, да. И мы как раз внизу респаунимся. Нормальная тема. Давайте попробуем отжать этот флаг. Конечно, он не совсем эффективный, потому что он в поле находится. Но в то же время постараться надо. Это наши на самолетах летают, вы посмотрите. Бух, кто-то его подбил. Вот они респанулись. Со всех сторон, ого. Этот флаг просто невозможно захватить. Вы посмотрите, что они творят. Там респанулось 6 человек, и с той стороны 3. Нет, они просто меня преследуют. Я респауню, там и респаунятся боты. Ладно, это может быть бесконечный бой. В принципе, карта понравилась. И скоро мы с вами увидимся уже в новом ролике. А с вами был Воблер, игра Ravenfield. Оставайтесь на канале. Пока.